Добрый день. Позиция овощерезка Спирелли выпускается вот в такой упаковке. Предназначена она для нарезания соломкой всевозможных овощей, цукини, морковь, огурец и других. Вот так она выглядит. Для использования ее вставляем овощ в один из контейнеров. Здесь будет толстая соломка, а здесь более тонкая. Вставляется и с помощью плододержателя проворачивается. Использовать, конечно, лучше ровную, ровный какой-либо овощ. Получается вот такого плана соломка.